Друзья, всем привет! С вами Санюк. И вторая часть видоса про передний ведущий мост. Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! С вами Санёк. Друзья, всем привет! В общем, собрал тракторок. Варил боковины, но об этом будет видосик чуть попозже. Педальку сделал, газулю. Мужики, всем привет. Ни хрена себе он грейдер пробежался с утреца. Прогрейдировал. Позасыпал ямы, ну это такое, до первого хорошего ливня. Поменял баллон, наконец-то съездил. Подорожала кислота. Комфорка. Сгорела жестянка. Вообще сгорела. Ой, как светится. Капец. Сейчас буду делать новую. Мужики, всем привет. Вот, как-то так. Мужики, всем привет. Привет. Мужики, всем привет. В общем, такой коротенький видосик. Так, мужики, ну отрезал. Получилось, выставляем 74 сантиметра размер. Ну вот, друзья, коротенечко показал, рассказал. В принципе, все остальное будет, знаете где, да? Не, Сереж, вот они все работают. Это батя тут сараюху устроил. Так он цеплял за балки. Потому что света здесь нету. А разбирать я не стал, пускай будет. Так что все отлично. Сколько они ватт? 30 ватт. Вот. Мужики, всем привет. Возвращаемся к теме перчаток. Почему я одеваю их? Наоборот, да? Вот каждом почти видосе либо спрашивают, либо прикалываются, да? Ну, прикалывайтесь дальше. У меня на это, вот там на стене болт висит. Ну вот, чулок даже зажал за самый-самый-самый край. Прекрасно держится. Ну, конечно, если придавить, то упадет. Вот, но тем не менее, раскручивать эти, что-то срезать, да, ну, стоя удобно. А если схватиться вот здесь, ближе к середине, вообще никаких проблем, вообще, абсолютно. Друзья, всем привет, с вами Санёк, и сегодня такой видос, ну, специальный видос. Друзья, всем привет! В общем, начинаем новый проект самого бюджетного, наверное, тракторка в мире, который будет стоять. Друзья, всем привет! В общем, решил взвесить мост, пока не снимал редуктор. Итак, во-первых, значит, чем она мне нравится, это простота исполнения. Простота исполнением крепкая, надежная. Мужики, всем здорово! Сделал себе селфи-палку с подсветкой из фонарика. Да что, обалденно все видно. Вот на таком расстоянии фонари везде выключены. Во, как снимает. Это потускнее. И, так сказать, режим аварийки.